Ну что, ребят, пора начинать новый выпуск. Надеюсь, он вам понравится. Сегодня я открываю свой сезон лыжный. Каждый год мне приходится открывать его на работе, не дома. Дома закрываю лыжи роллерный, а на работе открываю зимний лыжный сезон. И сегодня первый день на лыжах. Ну что, ребят, погнали смотреть. Ребята, приветствую всех, это новый день, и мы продолжаем смотреть этот новый выпуск мой. Сегодня хочу сделать силовую небольшую. Такого сообразили. Инвентарь у нас есть тут небольшой, как видите. Штанга самодельная, вторая. Это TRX тоже самодельный, экспандер. Вот на вот этой тумбу будем запрыгивать. Все нормально, за исключением раздолбанного помещения. Ладно, это на рабочем месте успеваю потренироваться. Ну ладно, что будем смотреть? Погнали. Thank you.
Фу, ну что, вот и все. Силовая работа подошла к концу. Часик небольшую сделал. Пора идти ужинать. Гречка и мяско. Часик еще пободрствует. И можно спать. Курочку приготовил сегодня вечером. Это для профилактики шиповничек. Вот так вот. Вот в таких вот условиях. Ноябрь. Месяц 22 ноября. А у нас вон сколько снегу много. Ну и хорошо. Езди покататься. Ну ладно, друзья. Будем ужинать. А вы продолжайте смотреть. Как-то так вот. Приходится тренироваться мне. Делать силовую. Сегодня силовая, завтра поедем кататься на лыжах. Фу, друзья, так круто. После ночи пришел, немножко выспался, и вторая тренировка. Катаемся только классик. Сейчас полтора часика погоняем и отдыхать. Здесь мы летом бегали с ребятами по этой дороге. Сейчас накатал весь кружок. 2,5 километра тут в сумме туда-обратно. 2,5. Ничего, кататься можно. Сейчас будем весь декабрь работать. Еще тут такая красота. На Ямале своя природа. Такая тишина. Один лес угоняем. Еще должен один напарничек подойти. Чуть не видать это. Ну что, будем кататься.